Привет, друзья! Посмотрите, какая игрушка у нас есть. Это... Мэшистре! А ну, признавайтесь, кому еще Дед Мороз принес такую игрушку? Напишите в комментариях свои отзывы, если кто игрался. А кто не знает, мы вам расскажем. Мы сейчас вам и покажем, и расскажем, что же такое Magic Track. Да, да. Пока Тима и Маша складывают трассу, я расскажу, какие наборы бывают. Наборы бывают разные по деталям. Есть немножко меньше, есть немножко больше. У нас средний набор в 220 деталей. И если вы видите на коробочке вот такие вот, как бы уже сложенные детальки, не думайте, что их будет именно 220. Нет, детальки вот такие. И вот таких деталек всего 220. И из них складывается сама трасса. Детали этого набора сконструированы таким образом, что трасса становится подвижной, как змея. Поэтому она не будет все время стоять на месте, а ее можно двигать и тем самым задавать любое направление. Пора запускать машину. Давай, Тимофей, запускай нашу машинку. Машинка едет, а трасса начинает двигаться. Посмотрите, можно задавать любое направление. Если у вас в наборе нет каких-то специальных деталей в виде мостиков, не беда. Можно поставить ногу или полотенце. И получатся вот такие незамысловатые мостики. Подписывайтесь на канал Ден Витыч. И Маша. Пока-пока. Пока, друзья.